начинаем новый влог. Я тут уже накрасилась, мы выходим из дома и поехали прогуляться без детишек. Так вот я сегодня выгляжу и покрасила губки новой помадой. Вот такой вот. Помните, я вам показывала из бьюти-бокса Joy by Joy. Обвела их карандашиком и внутри вот эта вот помада. Все, я уже в лифте спускаюсь. Нормально, да, по жопе охота дать? Надо сверху их снять. Там еще медведи тут выли. Это что такое? Это что такое, елки? Да. Это новые елки. Арт. Смотри, тебя видно там в зеркале. Да. Вон, эй, привет! А я где? А вот я. Тандем Казань. Вот одеваться. Смотри, там даже свет есть. Где? В домике. Там живут маленькие. Даже там электричество есть, а у нас никогда бывает. Представляешь, там живут маленькие человечки ночью. Вот, да. И он же они. Он же маленький человечек, который торпой. Точно, вот они. Вот они, вот. Засними их, в следующий раз по-любому они в другом месте окажутся. Вот сейчас смотрю. У них даже такси есть, смотри, вон, даже машина есть. Вон. Ты видишь, у них даже машина есть. Смотри, здесь еще тачка. А это что такое? Как вода прям. Даже катается здесь. Смотри, на камере как вода прям. Лед как будто. Да? Зима. И твой залили, он там даже, видишь, под воду, под водой он рыбки есть, смотри. Смотри, он рыбки даже есть. Да ладно. Да, он же плавает. Он воронки. Ничего себе, как сделали там. Классно. Вот еще машинка. Вон, смотри, даже лошади или кто это, гиены. Какая гиена? Это эти, наверное, коровки, может? Что-то непонятно, кто это. Надо там побывать, потом будем знать. Другие счастья предложат двое поменять айфон с доплатой на айфон 10 будешь менять? С доплатой? Да. Нет, не буду. Отгадай почему? А? Отгадай почему? Потому что это твой первенец. Нет. Почему? Потому что плюс нету 10-го. Берем два билетика. На елки новые 2D на 9 вечера.
Так что, может быть, кто-то из вас, из подписчиков, окажется с нами в одном зале. Вы уже узнаете об этом позже, когда выйдет влог. Напишите в комментариях, если вы были там. Красивая елочка. Что, уходить будешь? Да, вот так сниму. Какие красивые пряночки. Классно, да, это красиво. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me. Мы приехали кататься. Вот там, видимо, горочки. Лови. Напугал. Ау. Напугал, говорю. Да. Что там, нормально, закрыто? Мне надо ключи здесь ставить. Да, да. Смотрите, какие у меня опушки. Возьму, конечно. А я не буду брать. Ну, вдруг Сережка заплачет дома. Да? Давай наша опушка. Серега уже полез. Такая горочка тут. Сейчас как стартанем. Короче, полная жесть, холодрыга. Серега все ищет новые горки. Посмотрите, он куда залез. Вот здесь озеро, а тут Серега. Он хочет поплавать, похоже. Капец. Я туда ни за что. Нет, спасибо, это не для меня. Все катаются там, но там нереально больно. Там такие ямы. Невозможно там кататься. Ой, вон Серега идет. Пипец, он куда убежал. Как отсюда теперь спуститься? Зачем я только сюда залезла? На помощь, помогите, спасите. Узенькая дорожка. Ой, что-то у меня уже насморк пошел. Надо тикать. Блин, не упасть тут еще. Эй! Бесстрашный! За что бы не пошла по озеру? Мне вообще кажется, что это все вода растаяла уже. Иду! Меня тут приглашают сесть вот на это. И осмелеть немножко и проехаться по этому.
Я готова. Моя... Как называется? Моё корыто. Моё корыто. Убежал, блин, ты че? Я говорю, не крути, у меня голова чуть не выпала. Не выпала? А ты ляг? Все, не крути меня. Блин, тут такой звук. А? Такой звук, как будто вьюга воет какая-то. Там рыбки, нет там. О, глаз застыл я. Ну да, да, конечно. Ты зашибёшь. Ничего не боюсь. Кстати, держи телефончик. Смотрите, какую красоту тут налепили. Дед Мороз, Снегурка, маленький малыш, Снеговик. Он еще справее. И там что-то. Понимаешь, чей такой? Мой сладкий такой. Ля-ля-ля. Га-га-га. Ага-га-га. Ага-га-га. Ага-га-га, 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 кто такой лежит, кто это лежит такой сладкий, сладкий такой мальчик лежит, у кого фотосессия, у кого фотосессия, да, Сережке было вчера 3 месяца, да, и мы сегодня фоткаемся, да, на фоточке. Мы фоткаемся с кисами собачками. Ой, мальчик,
мой мальчик. Ух ты, какая киса и собачка. Кто там? Папа там ходит, да? Папочка там ходит. Смотри, рот глядает за мной. Конечно, кожа. Серёженька. Серёженька. Аплодисменты в студию. Папины ноги, видать. Мяу, мяу. Мой мальчик. Скажи, скажи, ау. Ау, скажи. Ой. Ау. Эй. Мы, короче, приехали в магазин. Новый пик. Да, ходим вместо попкорна с мандаринами. И у нас мандаринами. Не, я говорю, сейчас в рядах такие все. А, что-то кино, ароматизированные сцены. Тут что-то мандаринами пахнет. У нас 160 рублей. Да, ты что? То же самое, что я попкорн, попкорн два раза. Пошли вон к пирожкам. Попкорн только байден выше. Ну я сладенькое не хочу, что там. Что, арбузик с собой? Я хочу, как я хочу, да потом. Скидка, он со скидкой уже 483 идет. Где он 600, ну да, скидка. Ну вон, набор подарочный. 690. Прикольно, да. Дед Морозик туда же. Мы на месте. Что, давай, держи. Держим. Ёлочка. Билетики. Смотри. Ждёт сидит. Что я жду тебя так давно. Что он написал? Отдай. А вы что, ждете? Это лицо такое, смотри. О, блин. Я смотрю, смотрю лицо. Что там? Я не могу голову повернуть. Что у меня в руке? Скажи. Скажи, что там? Ты там пощечину телефон даешь. Лес. Как вы брали? 8-9 или 7 или 8? 7 ряд, 8-9. О, прям вообще четко, смотри вам. Чик. А где? А вот на это. Ох, ничего себе, какие мягкие. О, Василий. Можно смотреть еще. Короче, экранчик. Чик. У меня мамочки. Что, я положу сюда? Ну, конечно. Приятно, нормально просмотр.